Привет всем, кто любит и хочет рисовать. Рисуете пейзажи, но не знаете, как нарисовать в них людей? Это просто. Сейчас покажу. Итак, нам надо с вами нарисовать человека. Берем какой-нибудь цвет и рисуем пятнышко, близкое к квадратику. Ну, например, вот такое. Теперь пририсовываем ему две ноги, две палочки. И пририсовываем ему голову. Можно оставить посередине белый. Белое пятнышко. У нас с вами получился мужчина. Если мы возьмем и нарисуем пятнышко длинненькое или треугольное, и пририсуем к нему две палочки, а также небольшое пятнышко сверху, получится женская фигура. Можем нарисовать ей еще какую-нибудь сумочку. В руках она держит сумочку. Если мы возьмем и нарисуем длинное пятнышко, потом сделаем ему ножки. Потом сделаем ему пятнышко сверху, немножко сместив его в сторону, то у нас с вами получится бабушка. Мы даже можем ей дать в руку палочку. Если нам нужно нарисовать много людей, мы опять рисуем пятнышки. Пятнышки должны быть длинные, но не очень узкие. И не очень разносить их по высоте. Они могут быть разного цвета. Теперь к этим пятнышкам давайте сделаем ножки. Ножки — это такие палочки. Только палочки считать не нужно. У нас же толпа людей. А теперь пририсуем этим людям головки. Это такие точечки. Точечки тоже считать не будем, потому что у нас толпа людей. Таким образом, у нас получилось много людей. И обратите внимание, как эффектно такие изображения людей смотрятся в пейзаже. Их можно рисовать как красками, так и карандашами. С вами была я, Светлана Абарина,
художник и педагог.